оркестре играл нагобое. Он в оркестре играл нагобое, вдохновенно играл. И легко он рисунками портил обои в коридоре. Обои он любил, то кино, где ковбои и флейтистку Полину Колько. А флейтистка об этом не знала, да не знала, не знала. А флейтистка об этом не знала, под кровать пыль сметала с ковра. И несчастной себя полагала, 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 бесконечно любила, шагала. И еще. Еще что? Кларнетист. Кларнетист? Какого кларнетиста? Тромбониста. Тромбониста. Петра. Тромбонист был высок и спортивен, был высок и спортивен. Тромбонист был высок и спортивен, в зале штангу держал на весу, был шагал. Тромбонисту противен, бесконечно противен, ему Сигал по нраву был Стивен. И еще кларнетистка Алсу. А у той были черные тени. Что значит черные? Очень черные тени. У Алсу были черные тени и тату через оба плеча. Были джинсы с дырой на колене. Какой еще дырой? Вот такой вот дырой на колене. И она обожала пельмени и вдобавок Илью Скрипача. А Скрипач был влюбленным в орфистку, хромоножку-орфистку. А скрипач был влюбленным в орфистку. Та неровно дышала к трубе. А труба... Ну и дальше по списку. Ну и дальше по списку? По списку. Сколько их инструментов по списку? Столько их загогулин в судьбе. Почему же люборной цензурой? Цензурой, цензурой, почему же любовной цензурой не дано друга видеть в упор, не согреться средь осени хмурой никакою волшебной микстурой? Может, может, им не везет с партитурой? Какой еще партитурой? Нет. Нет? Им нужен другой дирижер.